Добрый-добрый-добрый день, дорогие друзья. У кого-то ночь, у кого-то день. Мы с вами на прохождении игры Aliens vs Predator. Компания Охотника. Игра 2010 года. Достаточно интересная игрушка, но ее проблема одна для всех. Она очень короткая. На все про все, ребята, если вы умеете играть, у вас есть опыт в таких играх, вам понадобится, ну, часа полтора, ну, два максимум. Лично я проходил всего лишь, я повторял это неоднократно, в компании Десантника. Это были компании его самого, конечно же, Охотника, и компания Десанта. Третью компанию Ксеноморфа я не проходил ни разу и проходить не буду. Не знаю. Я смотрел это прохождение, оно мне не нравится. Это мое личное, так сказать, мнение, поэтому прошу любить и жаловать. Ну что ты? Как говорится, ты готов, да, товарищ? Давай. Давай. Поэтому милости прошу к нашему шалашу, ребята. С вас, конечно, лайк, косточка, подписка. А мы с вами начинаем прохождение этой кампании. Держи. То аж голова слетела с плеч. Давай. Пробуй. Ну, попробуй, пробей. На. Next. Голова с плеч, да? Спускайся, спускайся. Ты отличный боец, младший, да? Спасибо. Ты где? Как нам говорят, мы овладели навыками ближнего боя. Задача выполнена, идем дальше. Надо полечиться, наверное, да? Ну, медкапсула, это все ясно. Так, надо выбираться отсюда. Если вы не против. Надо забрать медкапсулу. Энергия, энергия, все как надо. Здесь, кстати, нету вот этой, как помните в оригинале, да, Primal Hunt, которая была 2001 года, там он восстанавливал свою энергию. Здесь ее восстанавливать надо, подходя к какому-то прибору. А там прям был у него, так сказать, какой-то инструмент интересный, который давал восстановление в любой точке локации. А здесь надо подойти именно к приборам, которые питают определенное устройство. Будь там турель, дверь какую-нибудь входную, ну, в общем, вы поняли. Только так. Бабах. На арене-то я знаю, что он заряжает автоматически, а вот в игре уже нет. Ну что, можно мне отсюда выбраться, нет? Мощный выстрел. Как я его только что сделал. Стрелять по отмеченным статуям. Теперь будем стрелять по-чужому. Держи. Пока вы будете тупить, вас уже поубивают. Ящеры эти.
Ну-ка иди сюда. Все? Теперь я стал воином. Как быстро поднялся, да? В компании десантника я всю жизнь рядовым был. Но пока мне первые две миссии был курсант, а потом и стал рядовым. Сейчас я стал уже воином. Вот мои собратья и я уже. Так, ну все. Всем спасибо, ребята. Всем удачи. Увидимся.